Сейчас сделаю обзор на ванну, площадь которой менее 3 квадратных метров. Ширина ее всего 1,5 метра, вот здесь вот до двери, около 2 метров, чуть меньше. Плюс здесь еще у нас идет вот такой короб с коммуникациями. В нишу влезла 60-я раковина. 80 сантиметров у нас это минимальная ширина душевая, зато она глубокая 1,50 м. Здесь зашиты коммуникации и получилось сделать еще вытяжку и вот такие красивые полочки. А вот здесь у нас стоит шкаф, за которым спрятана стиральная машинка. По-моему, очень классная идея. Глубиной стиралка где-то 40-45 сантиметров, вот видите. И вот здесь вот еще за одной полочкой находится коллекторный узел. Дверь вот такая вот сдвижная, интересная. И здесь еще полочки.